Дорогие друзья, всем огромный привет! Очень рада вас приветствовать! Сегодня мы готовим замечательную, очень вкусную, ароматную и красивую закуску из кабачков. Давайте для начала подготовим кабачки. Кабачков нам для этого рецепта понадобится много, 3 или 4 штуки. Посмотрим по ходу действия. Нарезаем кабачки тоненькими пластинками. И теперь кабачки нам нужно обжарить. Если дома, то проще всего это сделать в духовке, так как количество их большое. Можно и на сковороде обжарить, ну или на гриле, если на даче. В общем, на ваше усмотрение выбирайте любой способ. Кабачки я не солю. Перед обжаркой смазываю растительным маслом кисточкой. И обжариваем с двух сторон до румяности. А после уже можно посолить. Приготовим соус буквально за минутку. По вкусу не будет отличаться от покупного майонеза. Думаю, многим такой рецепт уже знаком. Нам понадобится растительное масло без запаха 150 граммов. Вливаю 70 миллилитров молока. Солим. Добавляем черный молотый перчик. Столовую ложку горчицы. У меня горчица баварская Хаас сегодня. Добавлю целую столовую ложку и пару столовых ложек лимонного сока. У меня лимонный сок уже готовый, Сицилия. Лимонный сок, в принципе, можно заменить, например, яблочным уксусом. Тогда достаточно одной столовой ложки. Осталось все взбить погружным блендером. И вот такой густой соус готов. Вот, давайте поближе покажу. Вот такой замечательный соус получился. Ну, по мне, его совершенно не отличается от покупного майонеза на вкус. И сюда обязательно в соус добавляем чеснок, пару зубчиков. Четыре отварных крупных яйца натираем на крупной терке. Сюда же отправляем 2 натертых плавленных сырка. Кому не нравятся плавленые сырки, вполне можно заменить обычным твердым сыром типа российского. И отварной рис. Заправляем все соусом и перемешиваем. Я взяла форму вот такую для кексов, застелила ее пищевой пленкой. И теперь полосочки обжаренного кабачка укладываю вот таким образом внахлёст друг к дружке. Теперь выкладываем начинку. Ароматную с чесночком, примерно половину, чтобы было удобнее выкладывать. Я кабачки оставшиеся разрезала пополам, выкладываю сверху на начинку, оставшуюся начинку накроем краешками кабачка и оставшимися половинками кабачков. Кабачков много. Накрываем пищевой пленкой и отправляем в холодильник, ну хотя бы на час. Переворачиваем аккуратно на тарелку, в которой будем подавать. Сейчас
Снимаем пленку. Я сверху в виде украшения присыплю грецкими орешками и кинзой. И вот такая очень красивая закуска получается. Будет украшение любого стола, а продукты самые-самые простые. Очень вкусно, понравится любителям кабачков. Чесночок ощущается, нежная начинка внутри. Попробуйте приготовить, я от всей души желаю вам приятного аппетита. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До новых встреч. Пока-пока, увидимся!